Так от немцы, яких мы победили, так, яны лучше живут, пенсионеры. Чому так? Конечно, конечно. Як так? Тому що там більш государство такое. О. Якое государство там? Они, как вам сказать, больше народ фундаментальный. Они смотрят только себя. Согласны? А мы не только себя смотрим? А мы смотрим и сюда. И вот мы говорим про Лукашенко. Он, бедняга, ездит. Не отвлекается, едет. Он, бедняга, ездит по государствам, чтобы реализовать нашу продукцию куда-то, чтобы мы... Он верно говорит. Он говорит, я не для себя, я для народа. Он правильно. А в Германии не ездят так? А в Германии так нет. Так не слышно, что... В Германии так вот они только... Да, чтобы да. Где на кого напасть и на это. Там Меркель, она, знаю, она первоначально политику повела этих эмигрантов. Ну, так вот теперь это эмигранты дают. А потом поглядела, что эти эмигранты дадут под хвост. Вот они и дают сейчас под хвост.